Сегодня 2 июля, день пророка Илии. Мы тут работаем. Это у нас был памятлагерь. Давай дальше, продолжай. Сергей Павлович, да, работы привез, тут столбушки сделали. А я вожусь с ногой. Нога у меня, боюсь, что побоялся спёки, сильно парил. Давай, 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 давай. Давай еще. Вот, можно разгружать. Давай, разгружай. Сергей Павлович сильно помогает тут. Без него бы, я не знаю, утром заправку надо вести. Скидывай все. Трактор ночевал здесь последний день. Сейчас он заканчивает практически. Ну и тут все. С того осталось. Тут сетка рабица лежит, жерди. Вот привезли, что их не будет хватать жердей. Загородить, чтобы. Раз, два, три, четыре, пять жердочек. Ну это и хорошо. Вот они какие у нас. Березовые. Шкуренные. Он сейчас поедет брать. Бульдозеристы. Просто на ту сторону скинь и все. Городской житель ничего этого не знает. О, самосвал работает. Ну, открывай. Инструмент туда рядом, если дежурдочек, поставь сразу весь. Утренние тени длинные. Вон туда. Вот здесь хорош. Тут трактор не появится. Давай, вот. Напилили и на машине привез, а теперь ехать надо за канистрами. Помочь ему заправиться. Там мы на Симаковском, так называемый Костровый, рядом костер. Вот мы на этой стороне стоим. И видно, где костер у нас. Вот, видать, маленькое строение. Там еще туалет. Все. Выдерга, лопаты, ножовка. О, да. Из фильтра да. Я сделал. Понятно. От фильтра. Сказать ему только, чтобы не забыл потом эту... Замазку-то привезти. Замазку привез. Давай сюда. Вот сюда клади. Во. Порядок. Вот такие, брат, дела. Это столбы. Ломик. Человек на все должен тут, знать, соображать. Как рабицу распутать. Вот так пошел. Тут невысокие, лишь бы корова не залезла. Они будут бодать, любят почесать голову, лбы. Вот так. Все, пошел на предельной скорости, скорее к нему. Закрывай. Это смазка? Да. Отработка машин. Все. Извините, что если он там уже с Богом. Скорее, прямо скорее его. Он, у него время нету.
Вот какая гладь. Вот солнышко светит. Вообще, он хочет сверху разгладить вот этот вал, который насыпал. Все, ушел. Работа такая, камни, глина сырая валилась и далеко отвалилась. А теперь надо подобрать и в основании вмонтировать. Вот и на всем протяжении дамбы. Там огромные камни отвалило. А сверху что-то посыпется, оно на них упрется. Это наша земля, такую даль он их вез. Глина сырая. Ну так. Нижний камень только все время под него ямку делайте, чтобы его не сдвинуло. Ну, камнем называю комок глины. Вот так подравнивайте, глядите. Если маленько неровно, ограда все выправит. Пока до конца не дойдете, ничего здесь не городить. А он закончит. Мы на ту сторону пойдем, я покажу тогда, что дальше делать. Хорошо убирайте. Вот это, Владя, сзади остался камень у тебя. Его куда-то определить надо, в самый низ где-то там. Не колоть его, ничего. Да не надо поднимать-то волоком. Вот так, пожалуйста. Сколько возможно. Потому что вода вон идет сюда, возле дамбы, и она ее будет подъедать. Поэтому шиферины внизу здорово помогли бы. Ну, шиферины не знаю. Хватит, нет тут, много надо. А отбить поток весенней воды. А шиферины где будут лежать-то? А? Шифер где будет лежать? Шифер где будет лежать? Так вот так вот, чтобы наклонно лежал. Упирался в землю. Туда? Да. Да. В траву в эту? Ну, прямо в траве, чтобы когда вода пойдет, не здесь, конечно, тут она не попадает, а вон там она где идет. Надо найти, где она поворачивает. Вон там с половины примерно. Когда все камни пройдете, тогда посмотреть. Внизу маленький желобок, и туда, чтобы она воткнулась, и боком. А так как ограда будет еще дальше, скотина ее не возьмет, а вода просто отойдет. Так, это Володя, вы бросьте Володе банку, он сбегает за ней, а? Володя, бросьте, он сбегает за водой. Я сам схожу, ну залезьте. Ну ладно тогда, ладно. Это надо заливать было дома, там легко, а тут идти далеко ему. Видишь, как картина меняется сразу. Нет, вы хорошо вдавливаете, не просто бросайте. Сверху пойдет, она его уронит. Боком, вот, о! А как попало, оно никак не будет. С прямого начала, чтобы она наклонна была. Особенно вон там. И тогда шиферины войдут. Пошел за водой, Алексей. Вот пошел он заглаживать вверх. Я упрашиваю уже третий день. Рассказываю про это. Тут вплотную подошли. Не надо. Опасно. Но настолько добросовестный. Леонтьев Алексей Лаврентьевич. А я все равно сделаю. Буду осторожно делать и сделаю. Разровнять. Ну, я не знаю, говорю, как хочешь. Тут уж не подсказать, еще нельзя, он мастер, ас, класс. Благослови его, Господи, сохрани и помилуй. Никакой
спусти, быстрее быть несчастному случаю, Господи. Благослови его, Алексея. Я знаю, как это сделать. Пытается зайти на дамбу, опасная такая, чтобы не поехал, не опрокинулся. Господи Иисусе. Вот как он думает продвигаться. Воду стеклом пупковым. Раскладывает жертву. Thank you.
Он прямо идет, это над пропастью идет. Он упадет оттуда, упадет. Там ни на чем не держится. Надо его убрать оттуда. Не надо. Я сейчас встану. На, сними, Володя. Володя. Я сейчас его буду прогонять отсюда. У него тот-то ни на чем не держится. Он сразу поползет. Свалит, ты же бы сам не свалился. Ты человек такой, надо. Тебе надо добро сделать. А добро ли, что возьми лопату. Вон он. А вот эту повышать здесь не надо, вот этот уровень? Или тут? Они хотят, это не добудет они. Надо. Что не стоит сделать? Thank you.
Я, говорит, знаю, как это сделать. Господи, помилуй. Все, ломик тут понял даже. Можно копать ломиками. И ставить стоп здесь большой. Головой. Такой хороший. Как он сейчас это пройдет, а не пройдет. Ну, сразу поедет с тобой. Коров гонят. Надо уже у меня пускай счастье. Пока не надо. Коров, сейчас под все погодит. О, идут, пыль поднимает. Вон, смотрите. Это поразья. Он, видишь, пора. Бык не, под, не подложенный. Не подложенный, то есть с яйцами. Вот. И он... пугает всех. Смотри. Это он, наверное, от насекомых, наверное, да, делает? Нет, он пугает. Пыль в глаза пускает. Вот это вот, вот центральный. Вот это вот. Давай я начну копать. Давайте я. Прямо сюда идет, с обратной стороны у Симаковского. Какая мощь. Ступает назад. Сейчас еще подхватит. Вот он опускает нож. Как называется нож? Чтобы увидеть, какая сила человеческого разума. Семнадцать тонн такой. Пантеры, говорят, это 47-80.
Вперед!